Так, друзья, всем привет! С вами Эрзи. ФФГ 2 на 2 хотим популять здесь. Против Санника и Самогонкина, насколько я понимаю. Ну да ладно. О, пех сразу убирает. Да, Самогонкин и Зарс, в принципе, посильнее будут. Гайвера. Даже он это понимает. Вот эти лычки вот здесь уже просто привычно. Ну да, пех против меня. Фигово. А может и не фигово. Ну-ка вот так. Побежим. Побежим, как никогда не бежали. А, стоит на месте. Или добежишь? Слушай, ты добежишь, что ли? Как долго, однако. Раба не видно. В смысле, раба там пора. Ой. Знаете, надо было сюда идти. Так, ну это круто, там, конечно, меня лупят. Давай сам себе. Я не хочет, ладно. Можно суплай попробовать рискнуть поставить. А тут что-то долго как-то. Не ходи, не ходи сюда, и ходи. И здесь я орал, и просто встречаем. Ладно, хрясь. Меня тут бьют. Зря продал, наверное. Я пехоту слил. Гадость вылезает. Да, конечно, по рабику. Куда ж еще ты будешь бить? О! О! Чё у тебя? Я накипаю. По-моему, это мы тащим. Ну-ка, проедем, может. Не, никак. Или проедешь. Блин, он, может, попытается. Что у нас построилось-то, ребята? Да, он решает, видите, как поступить. Да ты-то попёрся.
Лови. Лови этого гада. Есть. Ракетчик у нас не справился с своей работой. Точно, у нас вон где еще есть что. А чей его? Фас. Ай, потерял, ладно. Понял. Понял, понял. Ну ладно, давайте отсюда пойдем. Что такое? Спасибо. Понял. Все, мы здесь попробуем. Вы идите, давайте. Лови, лови, лови. Мою норку там снесли. Да елки-палки. Ладно, рискнем. Да, не зря. Вот этого гада надо убить. Че он тут ходит-то? Давай этого. А, шикарен. Квад шикарен. А, дави этих. Не получилось. Блин, а тут меня норку тоже отменил. Минку что-то сюда воткнуть. Пусть будет. Привет, привет. Всем привет, кого не застал вовремя. Вау. Туда косты зарт промышляет. На минку-то попался. Давай, строй, дебил. Просто дебил. Блин. Не, он не поехал туда уже, все. Блин, я без суплая вообще буду себя не очень чувствовать-то хорошо. И в это время пех приезжает. Гайвер, а чё ж ты не нападал-то все это время? Где-то копился армию. Ну все, слился. Я одного, второго давил. Пеха хорошо зажал. Зарт помогал пеху. Но не затащил. У меня вроде все отлично получалось. Проблемы не думаю, что во мне. Чем здесь-то вышел? Единственное, что плохо, почему-то у меня, смотрите, как добываются ресурсы странно. О, давай, 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 давай. Все назад. Добили одного? Нет, не добили. Давайте добьем туда.
Вау. Пех немножко побаловаться захотел, да? Ну все, ладно. Вообще не вариант. Хорошего этого гайвера надо либо с самогонкином, либо с заром поставить. Потому что он у нас более такой рассеянный игрок. Но порой и удивить может. Денег больше собрался, но в под конец находится. Нубиватор. Это как нагибатор, только нубов. Ну давай, я с Зарсом тогда и буду. Чтоб долго народ не выбирал. За Юсу играют сейчас, кстати, все. О, рандом, кстати, закрытый был, да? Ну, реально, случайно писал. Значит, у кого-то здесь не включен и не показывается. Сюда, ёлки-палки. Не, все правильно. Это нас Юса разведывала. Мы же внизу поставили все-таки позиции. Знаете, что надо было делать? Барак же надо было делать. Че, капец? Просто вату какую-то сделал. Я только сейчас понял, что я играю за стелс. Ну давай попробую построить. Чисто по твоему желанию. Ну-ка. Сверх нагло. Потому что, по-моему, не видит. Нет, видит. Блин, палят. Ладно, отменяем. Какой молодец, как кепить забыл поставить. Вот это что за фигня? Ну, это другое дело. А вот так можно. Прикольно, как он наткнулся. Пойдет. Побежали. Да блин. Да, я знаю.
Земля должна устоять. Чего хочешь? Это не сдержит. О, затащил. Отлично. Вообще чуть-чуть не достроили. Ладно, видимо, это надо отменить. Высаживайся. Давайте больше копать просто ресурсов. Ай, ладно, ладно. Я буду работать. Еще рано. Ну-ка, пролезем. Он напасть на нас хочет. Блин. А я на него. Ладно, в принципе, нормально. Размен. Размен есть какой-то. Он на меня, я на него. Посмотрим, как он поступит. Конечно, сразу вернулся. Назад, назад. Не хочет драться, не надо. А, хочет, 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 хочет. Сразу, если бы что-то знал. Скрамлер, смотрите, в новом патче, куда поставили. Пойдем лазер бить, не того ты бьешь. Так, самогонки у нас уже сдался. Чудесно. Блин, чё, слился этот? Кетчики мои слились. Кошмар. Друг, ты будешь чиниться? Не будет. Не получилось. До супероружия что-то. Даже в лидерах было странно, хотя начало, что попало, что я просто сделал. Потому что даже это... на чатик смотрелся. Жалуется у нас уже. Кайвер. Попросились озвучку скинуть. Ладно, погнали. Самогонки нам в этот раз. Ладно, допустим. Допустим, я буду с ним. Кто ты? И танк. И чё, как Аэром играть в этот патче? Привет, по-моему, ты спрашивал у меня, это уже нет. Нет, я не играю в это. Новое строительство? Я на работе. Начинаю. Начать разбор. Есть работа для меня? Все проекты заняты. Всегда готов. Все готово. Уже идем. Да? У меня ракетница готова.
Самогонкин хитрый, он это место и уже взял себе. Ладно, давайте команде продадим. То мне на джипик не хватит. Полный имею в виду, конечно же. Лишь бы сюда не заехал. О, идет уже. Убьешь же. Серьезно, нет. Нет, убил. Все нормально. Держимся. Где я этот озер послал? Забыл его. Блин. Давай, наводи. О, легко. Это было легко. И хатки надо уже сделать, блин, а? Приучить себя. Ладно, давайте на танк нападем. Ага. Я все-таки центр-то таскаю ресурсы, поэтому мне тоже в интересах танк-то отбить. Опа. Так неожиданно. Как вы поехали, дурни? Ой, дурни, дурни. Фух, выжил. Отличный пробег. Я здесь. Не тот? Вот ты пойдешь. Блин, один. Отличный пробег. Готов бить. Я здесь. Отрывайся. Подбросим. Стреляй давай. Ты стреляй. Все стреляйте. Подразделение потеряно. А? Маяк размещен. А, ему вообще пофиг. Так, минут, по-моему, нету. Давайте этого убьем. А это плохо. Подразделение потеряно. Не того бьете. Давай сюда. Жестко, прессуют же. Да ну нафиг. Примите поздравление, генерал. Вас повысили. А, так ты пустой, что ли? Тьфу. Я-то подумал. Подразделение потеряно. А, сдался, отлично. Мы победили. Тут прям вообще ничего не потребовалось со супероружием. Просто если бы перешел, задавили бы. А супероружие просто деньги растратные. Очень растратное это дело. Андио Энглиш. Зетаж просит перекинуть файлик. Ну давайте найдем. В дате? Нет, он у меня не в дате. Надержи. Такс. То есть самогонки нам тащим, да? Неплохо.
какие-то скрипты. Не, мне C++ надо, ребята. Люди не в курсе, что есть патчик. Ну не настолько часто, конечно, бывает, но в принципе часто. Ну, грубо говоря, 50% на 50% игр с супер виапоном и без бывает. Где народ? Что-то я не понял. Они же были тут. Подключиться в сети. Да не, вот, тут-то есть народ. У нас Зарса коста отошел. Обеденный перерыв в час ночи. Нормально. Ладно тогда, друзья, наверное, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.